Приветствую вас на канале «Современные родители». Представляю вашему вниманию подборку лучших стеклянных электрических чайников для дома 2023 года. В моей подборке собраны лучшие модели из всех ценовых категорий. Смотри видео до конца, и ты точно найдешь подходящую модель для приготовления напитков дома. В описании я оставила ссылки на всех участников топа с подробными характеристиками и актуальными ценами. Погнали! Топ открывает KitFord KT640. Модель отличается богатым выбором расцветок, что понравится истинным ценителям прекрасного. Здесь вы можете выбрать голубой, ежевичный, серый, изумрудный или сиреневый цвет пластиковых вставок на крышке и ручке. Имеется удобное табло на рукояти, которое отображает температуру воды. Вместительность 1,7 литра. Этот объем отлично подойдет для небольшой семьи. Мощность составляет 2200 ватт, что способствует быстрому закипанию воды. В качестве нагревательного элемента используется закрытая спираль. Имеется яркая подсветка в 5 вариациях. Также у изделия предусмотрена система терморегуляции, которая позволяет поддерживать температуру воды на отметке от 40 до 100 градусов по Цельсию, что в принципе не присуще бюджетным моделям. Эта опция позволит наслаждаться горячим напитком в любое время, а закипание воды предупредит звуковой сигнал. От вредных примесей защитит специальная сетка, размещенная на носике. Большинство покупателей восхитились стеклянным чайником с яркой подсветкой. Помимо обширной палитры оттенков, любители дружеских посиделок оценили функцию терморегуляции, которая позволяет контролировать нагрев воды с отображением значений на специальном табло. Однако некоторых буквально раздражает громкое оповещение о готовности. Ищешь канал с качественными обзорами бытовой техники и товаров для дома? Подписывайся на «Современные родители». Новые выпуски выходят регулярно, так что не забудь нажать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Продолжит обзор Polaris PWK1759CGL. Отличительной особенностью модели является легкое заполнение резервуара водой в вертикальном положении при помощи специального отверстия, размещенного непосредственно на крышке. Такая технология носит название Waterway Pro и является уникальной разработкой бренда. Помимо очевидной экономии времени, опция предусматривает легкую чистку крышки, так как она полностью съемная. На выбор покупателю предоставляется два варианта расцветки пластиковых вставок на корпусе – классический черный или сочетание белого с черным. Мощность чайника составляет 1850 Вт, а объем чаши для воды – 1,5 литра. Нагревательный элемент – закрытая спираль. Примечательно, что установленный производителем английский контроллер Strix является залогом длительного срока службы изделия. По заверениям компании, он будет работать не менее 10 лет при регулярном использовании. Еще здесь есть автоматическое отключение, индикация уровня воды, удобная подсветка и подставка с возможностью вращения до 360 градусов. Неудивительно, что прибор с подобными техническими характеристиками пользуется повышенным спросом у потребителя. Помимо удобного залива воды, в изделие заложен длительный срок службы. Если вас не смущает небольшая вместимость, тогда модель станет для вас отличным решением. Какие критерии для вас определяющие при выборе стеклянного чайника для дома? Делитесь своими мыслями и опытом в комментариях. Endeavor KR334G. Корпус выполнен из закаленного стекла. Можно выбрать классические белый или черный варианты расцветки. Мощность прибора составляет 1800 Вт. Вместимость 1,7 литра воды. Контролировать заполнение резервуара позволит удобная мерная шкала. Установить оптимальную температуру можно при помощи сенсорной панели управления, размещенной на подставке. Производитель предусмотрел 6 температурных режимов. Вода нагревается при помощи спирали закрытого типа. При закипании чайник отключается самостоятельно. Полезные опции – подсветка, блокировка крышки и отсек для шнура также здесь присутствуют, что делает процесс кипячения простым и приятным.
Продолжает наш топ Redmond Sky Kettle G214S. Управлять его функционалом можно прямо с экрана смартфона посредством Bluetooth. Зачастую этот прибор называется чайником-светильником благодаря яркой подсветке воды, которая меняется в зависимости от температуры нагрева. Примечательно, что освещать пространство прибор способен вне зависимости от процесса кипячения. Прозрачный корпус выполнен из ударопрочного стекла. Ручка изготовлена из качественного пластика, который не нагревается. Резервуар вмещает 1,7 литра воды, в то время как мощность 2200 Вт гарантирует ее быстрое закипание. Полезная опция – поддержание заданной температуры. Так, при остывании жидкости нагрев включается автоматически. Теперь круглые сутки можно побаловать себя ароматным напитком. Оптимальную температуру нагрева можно выбрать из 5 предложенных вариантов. Таким образом, модель Sky Kettle G214S станет отличным выбором для тех, кто предпочитает использовать самые передовые разработки и идет в ногу со временем. Многие ценят в нем даже не быстрый нагрев достаточного количества воды, а оригинальный дизайн и возможность использования яркой подсветки в ночное время. Лишь единицы пожаловались на шумную работу. Хочешь узнать стоимость этого стеклянного чайника для дома? Загляни в описание под роликом. Там я оставила ссылки на надежные магазины с самыми выгодными ценами. Далее представляю вам Philips HD9340. Долговечность и защиту от механических повреждений обуславливают вставки на корпусе из нержавеющей стали. Выделяет модель среди конкурентов и наличие специальной индикации, нанесенной в виде разметки на прозрачные стенки. При этом каждое деление соответствует содержимому одной кружки. Объем равен 1,5 литра, а если брать в расчет солидную мощность в 2200 Вт, то получить порцию горячего напитка предоставляется возможным буквально за пару минут. При включении прибора в работу автоматически загорается подсветка. В целях удобного хранения предусмотрен специальный отсек для шнура питания. Подставка является беспроводной. Она предусматривает возможность вращения чайника до 360 градусов. От вредных примесей защитит специальный фильтр на носики. Нагревательным элементом выступает долговечная закрытая спираль. За безопасность при работе отвечает функция автоматического выключения. Кроме того, здесь производитель предусмотрел защиту от короткого замыкания. Узнать актуальную цену этого стеклянного чайника, а также любой модели из подборки, вы можете по ссылкам, которые я оставила в описании под видео. Mia Smart Kettle 100. Модель способна не только подогреть воду до оптимальной температуры, но и заварить ароматный напиток. Таким образом, пользователь экономит время – ценнейший ресурс в жизни городского жителя. Расположившийся на специальной подставке такой кухонный гаджет станет настоящим украшением интерьера. Сочетание элегантных стальных